Выступление Пятницкого духового оркестра стало украшением церемонии открытия фестиваля «Крымская театральная осень» в Ялте. Целый час наши музыканты удерживали внимание собравшейся публики, а уже на следующий день влюбили в себя жителей другого южного города. Лично для меня было большим сюрпризом и большой радостью услышать живую музыку. Это так редко сейчас, и это так ценно. И такой коллектив прекрасный. И, знаете, для нашего города, вот это впервые на этом фестивале. И вот, ну, и у меня ребенок радовался. В Евпатории духовой оркестр «Ника» выступил для зрителей фестиваля детского и семейного кино «Солнечный остров». И, кажется, некоторые композиции особенно подошли к этому случаю. Очень здорово, что все это произошло именно в дни фестиваля. Мы будем всегда рады вас видеть. И я так думаю, что обязательно подружимся. Вы видели, что собралась публика, которая пришла специально послушать духовую музыку, оркестр. И таким образом праздник состоялся, несмотря ни на что. Запомнится выступление духового оркестра «Ника» и тем, кто побывал на вечернем концерте в Алуште. Добрые воспоминания оставил себе музыкантам и гостеприимный Крым. Впечатление моря. Море эмоций, ощущения непередаваемые. Настолько все красиво здесь, столько доброты, любви. Вот. Все очень, очень супер. Спасибо огромное. Гастрольная поездка по крымским городам прошла при поддержке Министерства культуры Российской Федерации на средства гранта в рамках национального проекта «Культура». В этом году в фестивале-конкурсе приняли участие 255 любительских коллективов, и лишь 20 стали финалистами. Было очень много, конечно же, хороших, очень интересных оркестров. Ну, в этот раз повезло немножко нам. И вот мы здесь, на море. И везде люди с восторгом нас принимали и аплодировали. И нам было очень-очень приятно и радостно. Наверное, это можно назвать везением, но только к нему прилагается огромный труд и желание не останавливаться на достигнутом, а стремиться, нет, не к победам, к тому, чтобы с каждым разом музыка звучала еще немного совершеннее. Елена Голотовская из Крыма специально для программы «Такой день» на Мире Белогорья.